Вот что такое резет? Я уже говорила, да, резет – это кусочек базы направления кинерджетика, энергетическая кинезиология Филиппа Раферти. Да? Вот. Это балансировка височно-нижнечелюстного сустава. Техника балансировки височно-нижнечелюстного сустава. Почему так важен именно височно-нижнечелюстной сустав? Почему как бы все коррекции в кинерджетике начинаются с балансировки водно-солевого обмена, да, и височно-нижнечелюстного сустава? Потому что первая реакция на стресс у человека связана с чем? Сжиманием челюстей. И именно здесь, в височно-нижнечелюстном суставе, у нас накапливается напряжение, да? Напряжение и стресса жизни, как говорил Ганс Сильвей, да? Стресс есть жизнь, а жизнь есть стресс. Вот. То есть вот именно здесь накапливаются день за днем наши все мышечные стрессовые напряжения. Они и в других местах накапливаются, но в челюсти они накапливаются обязательно. И все мы, идя на преодоление, изучая что-то новое, сталкиваясь с трудностями, первое, что мы делаем? Когда мы не хотим чего-то там, поддаться на что-то или что-то сказать, мы тоже сжимаем челюсти. Когда нам больно, мы тоже сжимаем челюсти. Да? И обратите внимание, если люди, у кого здесь частые головные боли, мигренозные головные боли, в тот момент, когда у вас болит голова, у вас дико зажата челюсть. Уверенный вариант. Резет – это один из лучших методов работы с мигренями, с бессонницами, с хроническими усталостями. Работая, казалось бы, вот только на таком небольшом квадратике, мы расслабляем полностью все тело. Человек у нас выходит полностью в глубокое расслабление. Кроме того, что делает еще резет? Резет переводит человека из режима стрессового состояния, да, в режим, когда у нас там одни системы, как бы все системы организмов идут в режиме выживания, функционируют в режиме выживания. Что у нас происходит в режиме выживания, в режиме стресса? У нас работает у нас пищеварительная система? Нет. Выделительная работает? Нет. Да? С водой, с питьем тоже большие проблемы. Когда человек говорит вам: вот я знаю, что надо пить много воды, там, 2 литра в день, а я не могу. Это говорит о чем? Ну, сильно организм застрессован. И более того, я вам скажу, даже если он начнет себя заставлять, у него просто организм не переработает. Он не предназначен для того, что, ну, как бы, не в том режиме. То есть у него просто не будет эта вода действительно усваиваться. Поэтому мы всегда, начиная работать в резет, мы всегда открываем почки, прокачиваем сначала, обязательно пьем воду, чтобы она усваивалась, да? Открываем почки. И когда мы делаем резет, то есть организм что? Расслабляется, из режима выживания он переходит в режим жить, да? Из режима выживать он переходит в режим жить. И, соответственно, начинают по-другому работать все системы организма, да? То есть включается там пищеварительная, выделительная система. Мы помогаем им включиться, налаживается водно-солевой обмен. За счет этого бывают еще дополнительные всякие эффекты бонусные. Да? Вот, то есть бывает, что даже уходят проблемы с аллергиями. Да? Я не говорю, там понятно, головные боли, хронические бессонницы и так далее. Это понятно. Резет может быть использован в качестве первой помощи при сильнейшем адреналиновом стрессе. Потому что первая позиция резет, когда мы работаем с жевательной мышцей, она сразу роняет уровень адреналина в организме. Очень быстро это делает. Очень быстро это делает. Адреналиновый стресс – это реакция «сражайся или беги». Как говорят на английском языке, fight or flight, сражайся или лети. Бывает еще, вы знаете, в природе есть еще один вариант реакции на стресс, реакция ступора. Ну, челюсть страдает в любом случае. Еще такой интересный момент, связанный с резетом. Поскольку височно-нижнечелюстной сустав, 4 основные мышцы височно-нижнечелюстного сустава связаны с 4 основными мышцами тазобедренного сустава, то
то балансируя здесь, мы балансируем здесь, и это на самом деле способ балансировки всего тела. Всего тела. А поскольку через жевательную мышцу мы балансируем поясничную мышцу, они взаимосвязаны через систему мышц и связок, то возможен даже такой вариант, что у нас расслабляется спина, уходят боли в спине. Лично в моей практике было два случая, когда грыжи позвоночника уходили в ремиссию и надолго, ну, минимум на год, после совсем там небольшого количества сеансов резин. Я уже не говорю, я вам рассказывала, ко мне человек приходил даже с невритом лицевого нерва, очень быстро снимается контрактура, да, лицевых мышц при помощи резин. Вот. Ну, вот такая вот интересная методика. Я вообще его очень люблю нежно. Училась я сначала у Татьяны Берле, это немецкий кинезиолог, а потом у Филиппа Раферти, у создателя, собственно говоря, методики. Сертифицировалась по резету 1 и по резету 2. Резет 2 – это курсовое целевое применение техники резет. Тоже достаточно интересный такой воркшоп. Вот. Ну, а в остальном задавайте ваши вопросы про резет. Вот такая коротенькая, такая спонтанная вам презентация. Работает абсолютно со всеми людьми и с детками тоже? Даже с новорожденными. Вообще никаких противопоказаний. Беременные, новорожденные, ради Бога, пожалуйста. Очень мягкая техника, такая аккуратная. На внутренние органы тоже влияет? Да, вы знаете, у меня училась на заочке, еще когда я преподавателем университета была девочка, они с мамой живут в Голландии, у них там свой бизнес, ну жили на тот момент, все-таки время прошло уже. И она у меня обучилась, резет потом пишет, вы знаете, у мамы был такой приступ гастрита, говорит, именно психогенной природы, она там перенервничала что-то. Связанная была с их бизнесом, и я ей сделала и резет, у нее все прошло. То есть вот такие вещи бывают, что какая-то психосоматика поддается и достаточно неплохо. Очень хорошо поддаются все дисбалансы, связанные с челюстью, когда, допустим, у пожилого человека не становятся протезы, когда щелкает челюсть. Я даже не знала, что такое бывает, пока резетом не занялась. Когда плохо открывается рот у человека. Когда человек ночью скрипит зубами, это, оказывается, тоже дисбаланс челюсти. Это не глисты. Это тоже дисбаланс височно-нижнечелюстного сустава. Вот. То есть вот при таких ситуациях тоже помогает. Ну и, конечно, если там, упаси Бог, хроническая бессонница, хроническая усталость, это вообще все. Есть такие. Вот, все наши люди. Это набор упражнений, да, вот тут система? Или это... Нет, это набор техники, это, скажем так, техника постановки рук. Техника постановки рук, потому что кинерджетика – это энергетическая кинезиология. И там очень мягко, аккуратно, мы просто ставим руки, ставим пальцы. А еще скажите, в моменты осознания, например, каких-то вещей, то есть психосоматика работает, но есть же еще какие-то другие вещи? Ну, резет – это именно... кусочек как бы большого направления, которое называется кинерджетика. Там есть отдельные техники работы с травмой. И Филипп нам говорил, ребята, резет балансирует тело, структуру тела, всех тел, да, скажем так. Но, говорит, если там базовая серьезная травма, вы, конечно, будете работать чем-то другим. А резет пойдет на поддержку. Ну, как один из механизмов поддержать, либо да. Как это стимулировать. Да, человека, да, движения. То есть есть вещи, которые, в общем-то, идут уже на резете, но, естественно, я его использую в комплексе с тем же единым мозгом. То есть я делаю единомозгную коррекцию, а резет идет на поддержку. Единомозгной коррекции, какой-то еще. Вирус, инфекции, бактерии. Ой, замечательно. Вы знаете, у меня бывает, что вообще он настолько хорошо вскрывает вот эти вот... Программы, да. Слабоиммунные места. Да, и у меня просто бывает, что ребенок заболевает, я делаю резет, он засыпает и просыпается здоровым. Супер. Бывает такое. И если после резета часто сонливость наблюдается, я сама спала после первого своего семинара у Филиппа в Москве, я месяца два только тем занималась, что спала. Ну, когда не было неотложных дел, конечно же. А потом как бы это прошло, устаканилось, стабилизировалось. И с тех пор у меня больше никогда не бывают холодные руки. Ну, только если я там не заболела, только ли там что-то такое серьезное со мной не случилось. Спазм же на периферический ушел. Вот.
То есть да, в плане там простимулировать иммунитет, там, для ребенка это вообще очень хорошая штука. С детьми рекомендуется работать вообще во сне, потому что ну, они же ягозят, не всегда готовы лежать спокойно. Хотя, если взрослым мы делаем сеанс 45 минут, то ребенку, конечно, все это в 2-3 раза быстрее.